Я нахожусь на Кольском полуострове в Мурманской области. Сегодня я решила со своими друзьями посетить Саамскую деревню, где живут... Ну, это такая экскурсионная программа, не знаю, что нас там ждет. А вообще Саамы – это, насколько я поняла, лопари, люди маленькой национальности, которые проживают за полярным кругом. Оказывается, их даже в армию не берут, потому что их слишком мало. В общем, берегут эту национальность. И вот мы приехали к этой деревушке, у которой у нас 3 часа будет экскурсия, где нам, наверное, все расскажут, покажут. В общем, сама не знаю, чего нас там ждет. Вот. Ну, надо же как-то развлекаться в этом суровом крае. Вот так вот мы и собрались развлекаться. На улице зима в очередной раз. Сегодня 4-й день моего путешествия. Уже было и солнце, и оттепель, и вот снова пришла зима. А на дворе всего лишь 3 ноября 2018 года. Серенький, хорошенький, какой. Зайцы, кролики. Опа-на, Андрей, ты всех напугал. Андрей, скажи, помаши тете ручкой, Андрей. Привет. Идем к шаманам загадывать желание. Говорят, сбывается. Здорово вы, Летом я его оседлал, летом уже все. В 86 году получить 1000 рублей зарплаты, это было очень большие деньги. И нам некуда было их тратить в тундре, на самом деле. Мы домой приезжали, выпивали 100 грамм, 3 дня из своей жизни вычеркивали. Вот. Постепенно я подходил сюда, тяга к алкоголю у меня прошла. Я перестал пить. Вот. И это хаски. Давайте снимем. Давай сюда залезем. Здесь лесенки, давай. Лиса какая? А кто это? Лиса. Черная лиса. Тут не только русские. Вот, видимо, Китай приехал. А это писец, так сказать. Ну что? Подписчики скажут вообще. Да, писец, друзья мои. Это вот не серый же он, как называется? Это голубой песец. Голубой, да? Больше 100 особей на всем Кольском полуострове. Это очень редкий вид. Ничего себе. В природе этот зверь занимается каннибализмом, поедает себе подобное. Вот это да. Поэтому их так мало. А все говорят люди. Да. Виноваты в том, что мало у нас. А они сами друг друга поедают. Да, их было 4. Вот у них в этой паре появилось 4 щенка. Один только выжил. Понятно. Боишься, Андрей? Руки поднимать боишься? Что-то сразу Новым годом повеяло. Колокольчики и все такое. Это олени северные. Где твои рога? Олень. Потерял рога? А ведь это у тебя хлеб? Сейчас вам на хлеб еще дадут. Все, Игорь, хорош. Кому еще хлеба? Вот так мы минут 15 кормим оленей. А им все мало и мало. Смотрите, как много их здесь. И маленькие, и большие, и с рогами, и без.
Давай, иди сюда, маленькая, иди сюда. Ты не поздоровалась. А я не поздоровался. А нет, я только умылся. А у меня белый нет. Дай монетку. Где водяной бог? Спасибо тебе. Дух. Вставай. Вот так мы очищаемся. Монетку. И грехи свои снимаем на Святом озере. Нет, миллиардеров стало. Давай. Как обычно. Все есть древнее поверье, на самом деле. Человек, испивший из этого озера, начинает мечтать. Брать. Какой космос. Надо было предупреждать заранее. Хорошо? Ты чувствуешь, как тебе силы приливают? А сейчас мы поедем кататься на квадроциклах. Главное, чтобы нас тут медведи не съели. Здесь даже туалеты расписаны в саамских национальных узорах. Вот это буковка Жо. Пойду схожу. Вот мы находимся в зимнем чулуне. Я еду в саамском национальном костюме. Такая красавица. Тут вот всякие мужчины, саамские женщины и туристы. Нам тут тепло, мы тут в шкурах, тут вот шкуры медвежьи, которые тут водятся везде. Какие медвежьи? Это олени. А, олени, шкуры-то, оказывается, не медвежьи. Все время хочу на медведя посмотреть в живой природе. На самом деле тепло, но тут вот все сделано так, как это было всегда в старые добрые времена. Видимо, тут всех поют, кормят еще периодически. Я такая, сейчас все туристы ушли, мы тут гуляем. Мы такие тут все самостоятельные, никто к нам не пристает. Я тебя и не снимаю, она тут вышагивает. Хлоп, друзья мои. Такие вот национальные костюмы тут вот. Сама снимай остальное. И на мне, и везде, и вообще. В общем, короче... Мы так хорошо провели время. Приезжайте в саамскую деревню. Тот, кто будет в Мурманской области, обязательно сюда заезжайте. Просто круто.